14-летняя саргутянка стала абсолютной чемпионкой мира по шахбоксу. Соревнования прошли в Италии. За победу боролись сильнейшие спортсмены из 17 стран, в их числе Германия, Франция, Индия и другие. Россиянка Ева Форова отличилась сразу в трех дисциплинах, и на церемонию награждения за своими заслуженными золотыми медалями вышла под российским флагом. Три первых места, провела 5 боев. Шахбокс, шахбокс фит и лайт. Можно подробнее? Лайт – это вы боксируете на технику, в шлемах, и потом уходите на шахматы. Потом фит – вы боксируете по мешку, потом вы садитесь за шахматы, есть общее время 6 минут. И дисциплина шахбокс. Там был нокаут соперницы из Казахстана. Шахбоксом Ева Форова занимается не так давно, но уже является двукратной чемпионкой России и теперь добавила в свою коллекцию медали с мировых состязаний. В боевых искусствах девушка уже 7 лет. До увлечения новым гибридным видом спорта предпочтение отдавала кикбоксингу. В этом направлении у саргутянки тоже есть успехи. Она трижды побеждала на соревнованиях уровня Уральского федерального округа. Является многократной чемпионкой Югры и Сургута. Бросать кикбоксинг Ева Форова не намерена. Девушка хочет развиваться и добиться высоких результатов сразу в двух видах спорта. Поддерживает это желание и ее тренер. Мы будем параллельно идти. Больше у меня, конечно, виды на нее на кикбоксинг. Точно так у нас это округ выигрывал, УФО выигрывала. Вот. На России пока не удалось ее выиграть, но к этому идем. Вот. По шахбоксу также будем продолжать, чтобы до мастера спорта дойти, как минимум. Но еще будем пробовать сейчас в бокс выходить. Сама Ева Форова намерена получить звание мастера спорта международного класса и в кикбоксинге, и в шахбоксе. В последнем, как рассказал тренер девушки, ей уже намерены присвоить статус кандидата в мастера. Отметим, что шахбокс в России активно развивается в последние 3 года. В Сургуте в сентябре прошел первый городской турнир по этому виду спорта. А в скором времени, как сообщили нашей съемочной группе в клубе единоборств «Вымпел», планируется создание местной федерации шахбокса.